Десятки видеокамер установлены в городе. Для курортной Анапы мера безопасности уже привычная. Центральные улицы, места общего пользования, соцучреждения, дворы жилых комплексов. Все эти территории находятся под круглосуточным наблюдением для безопасности жителей и гостей. Прогресс не стоит на месте, и в прошлом году эта система была модернизирована. Тысячи так называемых умных камер с системой распознавания лиц и внештатных ситуаций завели в единый комплекс «Купол». Впрочем, эта инновационная разработка стала лишь первым шагом в новом современном облике Анапы. Этот вопрос обсудили в мэрии курорта на совете по цифровизации. Мы с вами выделили, в общем, отдельную программу цифрового развития города. Мы с вами создали новое муниципальное учреждение «Цифровая Анапа». То есть, в принципе, вся такая фундаментальная основа для развития умных, новых, современных цифровых технологий в городе она создана. Тем более, что мы видим ее пользу, мы видим ее даже уже где-то в чем-то необходимость. Мы единственные в нашем регионе, муниципалитет, который смог создать инфраструктуру аппаратно-программного комплекса «Купол», который позволил нашим правоохранителям за полгода поймать больше 100 преступников. Это очень серьезное достижение в вопросах безопасности. Новые технологии внедрили даже на спасательных постах Анапы. Теперь главным помощником специалистов выступает дрон, который может за считанные секунды увидеть и распознать утопающего. Проект «Анаспас», который, как вы помните, мы его начали как небольшой такой неокор, за два сезона показал себя исключительно с положительной точки зрения. Спасены там две жизни за два сезона. Сейчас мы его по вашему поручению, Василий Александрович, тоже включаем в МБУ. Сейчас специалисты работают еще над одним амбициозным проектом – цифровой двойник Анапы. Геоинформационная система, которая позволит пополнить бюджет курорта на 45 миллионов рублей. Как показали результаты аэрофотосъемок, сопоставленные с базами Росреестра, более 3500 земельных участков не участвуют в налоговом обороте. В рамках проекта план Анапы актуализирован до сантиметровой точности. А с помощью новых технологий выявляются факты незаконной торговли, нарушений правил благоустройства и рекламы, самовольные стройки. Та основа, которую мы с вами создали, она сегодня нам с вами должна давать возможности уже развивать дополнительные наши с вами сервисы на том фундаменте, который есть. В ближайшее время на курорте также начнется внедрение систем автоматизированного управления ЖКХ и электронного архива. Будут усовершенствованы цифровая программа централизованного оповещения и приложение «Моя Анапа». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.